Письменность – графическая система записи сведений на каком-либо носителе – на бумаге, камне, глине, шкурах. Таким образом, чтобы их могли прочесть другие. Письменность была изобретена в 4 тысячелетии до нашей эры. Самой первой формой письменности была пиктография. Рисунки, обозначающие события. Так можно было передавать простые сообщения. Но чем сложнее текст, тем более неудобны пиктограммы. Нарисовать пару овец легко, а вот изобразить 1000 овец или блеяние овцы очень непросто. После пиктографии появилась логография. В логографии отдельные символы обозначали слово. Один символ обозначал овцу, другой – 1000 овец, а третий – блеяние. Однако в языке могли быть десятки тысяч слов, а изучать, как и придумывать символы для каждого слова было бы затруднительно. Фонографическая система основана на разных символах для слов, звучащих по-разному. Овца обозначается одним символом, а замок и замок – одинаковыми. Для такой письменности требуется меньше символов, но и возможности неверного прочтения возрастают. Алфавит основан на стандартном наборе символов, отображающих звуки или сочетания звуков языка. Ограниченный набор символов позволяет написать любое слово. Теоретически любой, умеющий говорить на этом языке, сможет произнести записанное слово и понять его. Русский язык использует кириллицу – консонантно-вокалический алфавит, в котором буквами обозначены как гласные, так и согласные звуки.